Информационная служба телерадио компании «Гомель» протягивает свою работу у эфиры. У студии Наталья Игнатенко. Добрый вечер. Сегодня в нашей стране означают самое масштабное национальное свято – День независимости Республики Беларусь. У Гомеля оно началось с урочистого шествия, у делу яким приняли больше, как 5000 человек. Подробности у Настасьи Кучинской. Шесть у День незалежности – заусёды урочистая и яскравая подея. Многие гомельчане специально прочнулись ранее, как поспеть до его початку. Одни у якости глядачоу, иншие як удельники. Многие приходят семьями. День незалежности – это не только агульно-республиканское свято. Для многих оно мае особистое оттенье. Это еще одна махчимость узгадать семейную историю и отдать данину поваги людям, которые принесли нам незалежность. Это моя мама. Она партизанка. А я чту ее память и чту ее усилия, которые направлены были на освобождение нашей страны. Представники областных и городских уладов, громадских организаций, працовных коллективов и молодь. У колонии тые, кто гонорится сегодня своей родимой и ее незалежностью. Идущих радостно подтримливают глядачи. А лишь головные люди у этот день – ветераны Великой Отечественной войны. Их сустракают особливо гучными овациями. Колонна тем часом накировывается до братской могилы советских воинов и подпольщиков. Тут подчас митингу еще раз узгадывают героичные и одночасово тяжкие и трагичные стороны истории Гомельщины. У Великой Отечественной войне наша краина и регион у приватности понесли велизарные страты. И чем больше час отдаляет нас этой подеи, тем ярче повстає незгасный подвиг нашего народа, який у тяжких умовах отстоял свободу и незалежность нашей родимы, обновил с руин и попелу города и вёски, переодолел усе нягоды и теперь упэўнена иде по шляху будаўніцтва своей державности. Новым этапом развития нашей страны стали годы независимости. За 25 прошедших лет многое изменилось. Мы окрепли как страна и как единая нация. И это великое чувство помогает с каждым годом улучшать нашу жизнь. Закрывая официальную участку святкования Дня Незалежности у Гомеля святочный концерт. Организаторы сделали своеобразное театрализованное деяние, которое иллюстрирует не только творческий потенциал Гомельщины, але и ее историю. Как только завершилась официальная частка мероприятия у Гомеля, гомельчане сразу накировались на площади и скверы, до кропок выездного гандлю и концертных пляцовок. И вот тут, у человечем на толпе, добро разумеет, что День Незалежности – это еще и свято духовного яднания белорусов. Праздник идет, День Независимости, как сказала моя дочка, день рождения нашей страны. У нас прекрасная, великолепная страна, светлая, добрая. Отзывчивая. Ну, одно слово, Беларусь. Мне праздник очень нравится. Это праздник нашей страны. Очень светлый, хороший, добрый. С праздником поздравляем! Настасья Кучинская, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». С нагоды святкования Дня Незалежности Республики Беларусь у Гомелі разгорнулась сапраўды цікавая и насыщенная культурно-массовая программа. Святочные мероприемства зараз ладятся во всех кутках города, причем у кожным з іх у программу імкнуцца унести нечто оригинальное и неповторное. Об тем, як святкуюць День Незалежности в областном центре, репортаж Вероніки Ворошилиной. Гомельская область, как и в целом Беларусь, заўсёды славилась народными майстрами. И это еще раз подтвердили выставы рамёствоў, майстер-классы, оригинальные тематичные пляцовки, организованные с нагоды святкования Дня Незалежности Республики Беларусь. Все лето у год культуры выставочная и концертно-забавляльная программа у городе над Сожем отрывалась по-особливому прыгожей, масштабной и разноплановой. Выстава саламяных и гончарных вырабов, жаночие упругоживание из натуральных камянев, шматлики интерьерные предметы из природных материалов. На выставе «Город майстров» у скверы имя Громыка представлены переважно вырабы белорусских дизайнеров и рамесников, выкананные у техницы хендмейд, або простей кажучи, уластными руками. По улице Ланги и Белецкого было организовано свято «День вышиванки». Оно включило ретро-экспозицию «Живуть рамёствы продков», обрядовые гульни, майстер-классы, выставу-презентацию товары и услуг «Беларусь» – это якости стиля.
стиль, демонстрацию моделей одежды сучасных дизайнеров у национальной стилистики и шмат інших оригинальных тематичных пляцовок. Профессионалы на Гомельщине сегодня есть во всех сферах. У народной творчести они, сдается, могут все. От вырабу лодок по старожитных технологиях до ткацтва рушников с поясами. Вот этот пояс длинный 3 метра я могу сплести за один рабочий день, если меня ничто не отвлекает. Но я художественный руководитель, я не мастер. У меня танцевальный коллектив народного бытового танца. Я шью одежду полностью, я вышиваю, я плету, я вяжу, я все делаю. Разгорнулись тематичное мероприемство с нагоды Дня Незалежности Республики Беларусь и в кинотеатре имя Калинина. Тут громадянско-патриотичная акция была организована совместно коммунальным унитарным предприемством «Кинотаур» и белорусским военно-историчным клубным объединением «Гонор мундира». На открытой пляцовке для кинотеатра ветеранов и всех присутных сустракала выстава военной ретро-техники, амуниции, узброения часов Великой Айчинной войны. Все экспонаты, которые здесь представлены, они именно 1944 году датированы, что они могли участвовать в освобождении Республики Беларусь. То есть за мной броневик образца 1942 года, он участвовал непосредственно в операции «Багратион». В освобождении дошли они до Берлина, эти машины доехали. Также все остальные ребята тоже одеты уже по униформе 1944 года. Побач разместилась экспозиция с документальными фотоздымками солдат, офицеров и мирного населения, которые отважно змагались с ворогом. Подчас проведения патриотичной акции у кинотеатра имя Калинина все жадающие так само смогли почаставаться с оправданной солдатской кашей и горбатой. Финальной часткой мероприемства стала демонстрация фильма «Беларусь. Документальная история». Мы это делаем для того, чтобы мы помнили, когда есть память, никогда не будет войны. И мы хотим, чтобы все помнили, вот делая такие представления, праздники. Люди, помните, и мы будем всегда жить в мире. За мир на нашей белорусской земле. Святочная программа с нагоды святкования Дня Незалежности Республики Беларусь зараз ладится переважно на открытых пляцовках города над Сожем. Тем больше, что на дворе сприяя этому. Тому и настрой у людей отповедный. Очень хороший праздник, все очень весело, все очень здорово организовано, выставки очень интересные. Мы сами участвовали в шествии, теперь прогуливаемся. Это все приобщает к культуре народной, и также есть и современный хендмейд. В общем, все очень интересно и очень радует. Интересно посмотреть, люди своими руками делают, веселятся, песни поют, площадки для караоке вот есть. Нам очень нравится народное творчество, мы, конечно, немножко опоздали и очень сожалеем об этом. Праздник нам очень нравится, единственное, что жарко, вот едим мороженое, выпачкиваемся. Нам очень все нравится, мы только, правда, приехали, еще все не увидели, всю красоту этого праздника. Мы очень счастливы, взяли ребеночка. Теплые ощущения. Видно, что люди постарались, вот все свое рукоделие выставили, да. Я вообще-то не из этого города, но мне приятно быть. Чувствуется гостеприимство. По традиции, яскравой финальной кропкой святкования Дня Незалежности Республики Беларусь у 22 годины 50 хвилин станет акция «Спяем гимн разом» на пляцовце Ледового палаца. После массового выконания державного гимна небо над Гомелем фарбуют пригожие салюты и фейерверки. Маляўнічае пиротехничное шоу протягнется не меньше, как 7 хвилин. Дарэчы, у День Незалежности фейерверки успыхнут над святочными пляцовками и у районах города над Сожем. Вероника Ворошилина, Дмитрий Родянко, телерадиокомпания «Гомель». Так святкуюць День Незалежности у областным центры, але ж наши корреспонденты так само сочат за развитием подей у регионах. Про то, як проходить свято у Добруши, расскажет Ганна Ковалева. Литерально тут, где мы зараз находимся, у жніўня 41-го проходили оборонные бои за Добруш. Про шмат годов на этом историчном месте теперешнее поколение добрушан узвели мемориальный комплекс. Менавіта тут я на сустрэлі День Незалежности. Памятная церемония собрала ветеранов Великой Айчынной войны, представников улады, працоўных коллективов и замежных делегаций из России, Украины и Китая. Усе разом до мемориального комплексу памяти яны усклали кветки и ушановали загинувших хвилины молчания. В 2005 году вот я пришла в апреле месяце, возглавила этот район. У меня на столе лежал только макет этого памятника. Поэтому строили его мы всем миром. Открывали 9 мая 2005 года. И за это время сюда занесено, добавлено еще десятка два-три фамилий. Зараз мармуровые плиты заховывают имены прикладно 900 вызволителей. Дарэчы, сярод героев Советского Союза часу Великой Айчынной войны 8 человек были выходцами с Добрушской земли. Большая разница. Мы когда с фронта пришли,
Я лично пришел с фронта, здесь же все побито было. А потом стали уже направляться, работать. И сейчас уже поглядишь направо и налево, красиво глядеть, понимаешь, на людей, на обстановку, на жизнь. Ну, это большая разница. Переконаться у гэтым наглядно можно было на выставе демонстрации, якая протягнула программу. Экспозиция под назвой «Проспект Незалежности» разместилась на одной из центральных улиц районного центра. Тут представили все, чего досягнул Добружский район за годы незалежности. Промысловость, сельская господарка, культура, спорт, адукация, адлюстрование знайшли все сферы деятельности. Свои стенды представили каля 30 экспонентов. А кроме того, для жихаров, гостей Добружа подрыхтовали показальное выступление спортсменов-парашютистов и концерт. Белорусского державного ансамбля «Песняры». Мы слушаем за развитием подей об этих и інших мероприемствах. Глядите в наступных выпусках. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель» из Добруша. На этом выпуск завершены. У студии працавала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги віншуем вас с головным державным святом – Днем Незалежности. Наш наступный выпуск новина, где мы подробязно расскажем, как святковали День Незалежности на Гомельщине, выйдет в эфир у 20:30. Заставайтесь с нами.